Я уколоться не смогу. Завтра вы не сможете подойти. А зачем звонили? Зачем я? Я вот обязательно ролик выложу этот. Мне позвонили сегодня. Разговор у меня записанный с поликлиники. Приезжайте. Я приехал в течение 10 минут. Пока нашел, куда зайти. Сказали в 307. С 307 пошел в 106. Прошел всех врачей. А теперь говорят, иди домой. Вакцины, говорит, нету. То есть мы поехали домой, да? Получается, у меня нет больше вакцин. Заведующую можно как-то найти, позвать? Там ее нету. Вот вы звонили, вакцины нету. Вот эта девушка лично звонила мне. Вы что, я позвонила? Вот я все прошел. Давайте вот рассказывайте. Ролик, говорю, выложу обязательно. Поликлиника 5. Подошла девушка в белом халате и завела. Как что, нам домой ехать? Вот люди стоят, тоже пришли, проверили. Заведующую можно как-то сюда позвать, решить вопрос? Пришел в 106 кабинет. Здесь решаем вопрос, когда и что. Заведующую никто вызвать не может. Ну, здесь, как обычно, будет закрыто. Пошлите дальше.